Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я, Аниманик, и вы на канале Аниманик. Меня зовут Никита, добро пожаловать в новое видео. Уже как месяц на моем канале стукнуло 1000 подписчиков, и я даже никак не отпраздновал это, не сделал никакого там специального видео на эту тему. И вот, наконец-таки, спустя месяц я приехал домой. У меня появилась идея, как можно интересно обозначить эту круглую циферку на моем канале. Все вы наверняка знаете то, что YouTube дает награды за определенное количество подписчиков. 100 тысяч подписчиков — серебряная кнопка, 1 000 000 за 10 миллионов бриллиантов. Так как я занимаюсь деревообработкой, учусь на плотника, и мне пришла идея, почему бы нам не сделать вместе с вами деревянную кнопку YouTube на 1000 подписчиков. Мы возьмем оригинальные размеры кнопочек, возьмем материал и направимся в цех сегодня и сделаем кнопку YouTube. Вот так вот выглядит моя баня, второй этаж бани. Тут у меня полотно для проектора, тут у меня висят шмотки, полочки, место спальное. Можно чай кипятить. Тут мое рабочее место. Тут у меня стоит компьютер, Mac, колоночки. И вот тут я, собственно, сплю, ночую. В принципе, такая обстановка у меня стоит. И я думаю, где-то вот тут можно будет поставить ту самую кнопочку. Давайте же приступим к ее созданию. Направляемся в цех. И вот мы в цехе. Итак, мы сейчас находимся в цеху. У меня имеется вот такая заготовочка. Это у нас вот такие щиты, склеенные из реечек. Я узнал то, что размер кнопки YouTube 25 сантиметров на 30 сантиметров. И сейчас нужно это все разметить и вырезать. По-моему, получается какая-то херня. Думаю, сейчас надо сейчас это все разрезать по линиям. Продолжать дальше. Переворачиваем заготовочку и рисуем тут новую заготовочку. У нас уже есть готовая заготовка, я нарисовал на нем эмблему значка YouTube, свой никнейм и 1000 подписчиков. Выглядит это все следующим образом. Сейчас мы берем ножи для вырезания по дереву и аккуратненько все это вырезаем. Короче, пока я работал, пришел ко мне кореш. Сейчас мы хоть тестим его новый ноутбук. Он купил себе новый, вообще мощный MacBook просто. Вот. Вот еще гармошку нашел свою, которую очень долго искал. Черепаха. А чтобы купить такой же ноутбук, переходи по ссылке в описании, вводи мой промокод и получай скидку 10%. Продолжаем делать кнопочку YouTube. Итак, промежуточный этап. Мы видим, я немножко зашлифовал саму кнопку. Позже еще можно зашлифую. Сейчас мы идем это все фрезеровать. Дмитрий поснимает. Теперь надо отполировать всю эту кнопочку. Берем губку шлифовальную и вот такими движениями шлифуем. Вот эту часть я уже шлифовал, и она очень гладенькая, так стала. Теперь эту часть осталось зашлифовать. И чтобы еще было красивее, сейчас мы ее обожжем газовой горелкой, а после этого покроем маслом. Итак, финишная прямая, теперь нужно покрыть наше изделие варилкой. Вот. Видите, текстура начинает меняться. Дерево становится немножко покрасивее. Никогда не торопитесь, когда что-то делаете, иначе у вас получится вот такая штука у нас. Итак, дорогие друзья, наша кнопочка YouTube на 1000 подписчиков готова. Конечно, это не идеал. Конечно, на 10 тысяч подписчиков, я думаю, сделаю получше. Я освоил новую технологию, которую еще ни разу не испробовал. Это, ну, вырезать дерево. Сейчас впервые такое делаю. Скорее всего, в следующий раз надо будет делать фрезером. Пишите в комментариях, может быть, разыграть эту штуку между вами. Ну, кому это вообще надо? Папа ушел. Да. Все. Сестра моя. Вот такой видос получился. Довольно коротенький, довольно, может быть, неинтересный. Я просто давно не снимал ничего нового на YouTube, поэтому это будет лучше, чем ничего. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
кушайте хорошо, слушайтесь маму. До скорого. Встречаемся завтра в 6 вечера у Пятерочки.